Салам алейкум, дорогие друзья. Вот как они мне сказали, до туннеля осталось 4 километра. Вот посмотрим. Вот это Чайхана Хасаната. Это самый-самый первый чайхана. Раньше самовар, Хасан Самовар назывался. А теперь современно Хасан Ата Ашханасана переделали. И здесь, конечно, лучше готовили. Тогда дорога была вообще такой. Такого даже во сне не видать было тогда. Тогда это уже самовар был, Хасан Самовар. Вот, сейчас я почти подъехал вон туда, ущелье, туннель, и потом все, удохалось. Вот казахские фуры с Казахстана. Вот, короче, едем 7-6 километров в час. Зато еду, кручу. Вот, природа, смотрите, воздух совсем классный. Здесь. Видите, какие горы высокие. И вот это, смотрите, какое дерево много здесь. Старинное дерево здесь много. Ну, когда они этот. И прохладно. Солнце туда не попадает вообще. Там прохладно еще. Плюс сай протекает там рядом. Короче, вот так. Там написано подъем, сколько-то процентный. Дорогие друзья, будьте здоровы. До следующего видеоролика. А, нет, стоп. Вот сверху Хасан Самовар. Посмотрим. О, какой он выглядит. Действительно, воздух здесь совсем непередаемый. Такая классная. О, как будто мне в носе дырки больше стали, как будто. Воздух здесь совсем по-другому. Вот, смотрите сверху. Да. Подъем, оказывается, 12%. Видите, как он выглядит сверху. О, запах плова. О, девзра готовят здесь. Молодцы. Еще курдюк запаха. О, кайф. Ну, я все равно терплю, не буду кушать, а так кушал бы, а потом еще тяжелее будет подняться. Видите, 12% впереди, поэтому лучше терпеть, чем кушать. Вот, смотрите. Дорогие друзья, будьте здоровы. Мне дышать немножко крутить тяжелее стало.